каких случаях тюменцы пользуются безналичным расчетом? Об этом узнали наши корреспонденты на улицах города. Я редко пользуюсь безналичным расчетом, если честно. Обычно все-таки это наличные деньги. А почему? Мне так удобнее пока что. Ну, коммунальные вот и платим в это через банк сразу в банкомате. Платим и все. Ну, обычно в кафе, когда отдыхаю там с друзьями, магазины, если позволяют это делать. А я не использую. Почему? Ну, я вот банки снимаю. Нигде только зарплату получаю. Пока нигде. Не доверяете? Ну, как-то не получалось. Везде стараюсь по возможности. Ну, я думаю, это очень удобно. А чем это удобно? Ну, не нужно с собой носить большую сумму денег, допустим, если какие-то серьезные покупки. В интернет-магазинах расплачиваюсь карточками. А что покупаете? Различные аксессуары для телефонов там.